Если раньше гражданин не мог в день проведения выборов проголосовать по месту регистрации, ему необходимо было брать открепительное, теперь этого делать не нужно. На выборах президента России, которые пройдут 18 марта, открепительное удостоверение заменили принципом «мобильный избиратель». То есть, по сути, это что? Например, если человек прописан в Сарове, а находится и живет в Москве, то есть он может прийти на любой избирательный участок, подать заявление о том, что он будет голосовать по месту своего пребывания, и, соответственно, в день голосования прийти на этот участок и отдать свой голос. Подать заявление можно не только на избирательном участке, но и в многофункциональном центре. А если у вас практически нет свободного времени, это можно сделать и через единый портал госуслуг. Посмотреть, где находится ближайший к вам избирательный участок, можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Там есть интерактивная карта, на которой представлены все избирательные участки страны. По Сарову избирательные участки можно посмотреть на сайте администрации в разделе территориальной избирательной комиссии, либо уже ближе к дню голосования вам будут разнесены пригласительные, в которых будет указан адрес участка избирательного. Проголосовать на выборах президента России можно будет и в случае, если вы уедете в отпуск или командировку за пределы Российской Федерации. В 145 странах мира будут открыты 360 избирательных участков. Процесс подачи заявления и голосования такой же. Если в день голосования вы знаете, что вы уезжаете за рубеж, в любую зарубежную страну, соответственно, вы можете также прийти на любой избирательный участок, обозначить ту страну, в которую вы собираетесь ехать, и подать заявление, и потом в день голосования 18 марта прийти в консульство и также отдать свой голос. Подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения можно до 12 марта. Ознакомиться со списком кандидатов можно на сайте ЦИК, а с их программами на официальных сайтах самих кандидатов. Мария Рунч, Владимир Сенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.